Друзья, всем привет! Это мини-обзор на iPhone XS. Расскажу сразу, почему XS, а не XS Max. Потому что был в пользовании уже XS Max, по размеру он мне совершенно не подошел, то есть это огромное, огромнейшее лопатище, которое просто невозможно пользоваться. Здесь меня размер абсолютно устраивает. Наклеил себе также стекло приватное, то есть видите, сбоку не видно. Видно? Не видно. Видно? Не видно. В общем, телефон очень классный. Камерой безумно доволен. Любые программки он тащит без проблем. Процессора хватит, я думаю, еще на пару-тройку лет вперед, и можно будет не думать о замене телефона. Из замечаний, то есть то, что я заметил, была до этого десятка, вот эти вот рамки металлические очень быстро стачивались, очень быстро металл на них становился блеклым, невзрачным. Тут же такой проблемы уже нет. Новый металл, новые технологии. Задняя панелька очень красивая, белый цвет очень насыщенный, очень глубокий. В общем, телефоном супер, доволен, всем советую, всем спасибо за внимание, пока!